Добрый день всем! Новый аквариум, новое видео. Хочу рассказать про аквариум небольшой, от которого уже готов. Скоро уедет в Москву. И расскажу о том, какие аквариумы у нас в работе. Это аквариум миник такой небольшой. Морской аквариум будет. Габариты его 60 на 40 на 40 сантиметров. Три осветленные стеночки в нем. И задняя шахта, балкончик. Самая маленькая шахта, которую мы делали. Очень небольшие у нее габариты. Сейчас первоначально расскажу про шахту, покажу. А потом уже и общий вид аквариума еще раз. Более крупно покажу. Вот, в принципе, сама шахта так выглядит. Она сзади, по бокам проклеена черной пленочкой. В ней три отверстия для примера. Я установил, чтобы было видно. Это три муфты 20 диаметра. Как раз плотненько они так становятся. Ровненько-ровненько мы высчитывали, сколько нам надо расстояния, чтобы они поместились. Гребенка разборная. И тут у владельца на данный момент такой же аквариум, и у него гидравлика идет с правой стороны. Возвратная магистраль. Мы сделали тоже ее с правой стороны, но первоначально я ошибся. По аналогии распечатал такую гребенку, чтобы посередине проходил возврат. Ну, на мой взгляд, это как-то так более, ну, симметрично, более прикольно. Задал вопрос, владелец говорит, ну, вроде как с правой стороны стоит, поэтому распечатали и такую, тоже отправим две гребенки, будет и вот это. И если захочет владелец переделать, будет и гребенка, чтобы возврат был посерединке. Стекла в этом аквариуме 8 мм, швы, как обычно, идеально классненькие. Вот так вот они выглядят. Наш значочек. Нас трагедия. У нас всего одна наклеечка осталась. Надо срочно ехать заказывать. Это формат А3. Наклейка уже ушел. За что я вам хочу сказать большое спасибо, что даете работу. Очень приятно. Спасибо вам. Актиния. Дмитрий из Телеграма. Я про вас не забываю. Отчитываюсь. У него все хорошо. Нормально. Вот она. Себя отлично чувствует. Цвета не потеряла. Все у нее отлично. Вот такой вот классненький аквариум получился. Ну и хочу немножко рассказать о том, что сейчас в работе еще есть. Клеится достаточное количество аквариумов. Вот это у нас аквариум 85 на 50 на 45 сантиметров в высоту. Это будет аквариум с боковым сампом. Тут, ну, я думаю, вот видно то, что вот эта стеночка, боковинка и лобовое стекло осветленное, а остальные стеночки обычные. Тут с левой стороны будет располагаться самп. Вот такой вот аквариум делается, 10 миллиметров стеклышко. Далее у нас тут небольшой аквариум делается. В Минске он будет, тоже будет с боковым сампом. 65 на 35 на 40 сантиметров. Тут тоже две осветленные стеночки. Ну, а тут уже в свою очередь 6 сантиметров. Прошу прощения, миллиметров. 6 миллиметров толщина стекла. Ну, это тоже буду рассказывать, буду показывать. Вот так вот он у нас тут сохнет. Далее. Это у нас пресноводный аквариум, тоже в Минске будет. 123 на 52 на 50 сантиметров. 12-миллиметровое осветленное стекло в этом аквариуме. И в нем еще будут ребра и стяжечка. Ну, стяжечка, она такая будет формальная, из 8-миллиметрового стекла. Так как, ну, в принципе, этот габарит можно делать вообще без ребер, без стяжек. Но владелец захотел, чтобы вот именно было и стяжка тоже, чтобы можно было разделить покровное стекло. Вот такой вот классный аквариум.
Это у нас уже тоже на завершающем этапе. Осталось собрать гидравлику. Это аналог Элоса 57 на 50 на 48,5 сантиметров. И осветленные стенки. Уже есть тут отверстия. 25-я труба сливная, 20-я труба возврат. Через гребенку возвратная магистраль по задней стеночке. Ну и передняя гребеночка тоже. Они снимаются при необходимости. Самп, ну, долго уже у нас стоит, вымачивает камни владелец. Тоже будет видео отдельно. Еще не снимал этот аквариум. Когда в Пинск приедем запускать систему, будет видео и про аквариум, и про самп. Это у нас 95 на 40 на 45 высота. С шахтой, балкончиком тоже аквариум. Вот так он выглядит. Тут две стенки в черной пленке. Извиняюсь, конечно, за мои кроссовки. Ну вот так, еще осталось гребеночку. И ждем на следующей неделе. На выходных должна тумба приехать. И уже тоже в Минске поедем собирать. А это самп. Небольшой самп. Мне нравятся такие конструкции, когда просто два отсека. Ничего там плохого нету. Вот. Периодически люди задают вопрос. Вот надо маленький самп. Грубо говоря, там 60 на 40. Давайте напилим туда кучу отсеков. Ну, я сторонник того, что в этом смысла какого-то нету. Стекло воду не фильтрует. Фильтрует то, что в самом сампе находится оборудование, наполнители. А это самый удобный вариант. Ну и вот последний аквариум. Это 90-45-45. Все осветленные стекла 10 мм. Он стоит у нас сейчас, тоже сохнет. Буквально через пару дней уже будем чистить. Ну а так вот по стеклам тоже. Это у нас наш домашний аквариум. Вот он ждет времени, стекло, когда освободится. Возможность под склейку. И тоже буду рассказывать в видео, как будем дома запускать аквариум побольше. Ну и вот сегодня тоже уже снимем видео. И будем клеить еще вот этот аквариум. Это 120 на 50 на 50. Тоже в Минске, это море будет. Также из 12-миллиметрового стекла осветленного. Будем клеить, и в будущем тоже буду рассказывать о том, как собиралась система. Также сам под него сделается. Буду рассказывать. Вот. Вот, в принципе, так у нас обстоят дела. Спасибо всем за просмотр. И увидимся в следующих новых видео. Всем удачи!